Смотрите, что же творится на дороге. Высокая температура. Сейчас я попробую перейти. Вот. Вот кодирование снега. А вы главный, да, получается? Вы старший? 743-е обновление 4.1 и 8, что ли? А складирование грязного снега на газоне. На каком основании снимается? На основании журналистики, а во-вторых, я на основании Конституции Российской Федерации. А журналист? Да. Не трогайте, пожалуйста, руками. Я отдам. Не трогайте, пожалуйста, я руками. А могу плюс показать руками, только не трогайте. Хорошо. Ну, что вы мне скажете о нарушении 743-го постановления ПП? Снег складировался временно? Нет, сухой. Еще раз говорю, чистый снег, но не зараженный снег реагентом. Снег складировался временно, после этого будет временно. А временно уже у нас 2 месяца вот так вот вдоль дороги идет. Это считается временно? Я сказал, это снег. Нет, это не снег уже, это реагенты. Давайте определимся, а что такое снег и что такое реагенты. Вы реально думаете, что я сейчас буду с вами определять? Вы не будете со мной определяться, потому что вы знаете, что вы нарушаете. Я свою позицию назову. А, я вам еще раз говорю, это, что вы нарушаете, это факт. Понимаете? Потому что, еще раз говорю, складирование загрязненного снега на газоне запрещено. Я вам уже ответил. А что мне ответили? Вы просто или закон не знаете? Если закон не знаете, то это не, как бы, вас не оправдывает в этом отношении. Вот сейчас вот смотрите, вот он, зараженный снег реагентами кидается на газон. Пожалуйста. Госпожа Кравцова. А вы мне говорите, что все соблюдает по 743-му постановлению ПП. Пожалуйста, смотрите. Что происходит? Ух ты, как интересно. А тем более, смотрите, какой у нас. Прям водой фигачит, да, как бы? Я думаю, уже вы все сняли. Вот, смотрите, что творится. Одну сплошную соль на газон кидаем. Вот, смотрите, пожалуйста. Вот, сплошная соль. Сплошной реагент. А весной мы будем этим дышать. Нарушение налицо. Это видео и фотофиксации будут отправлены в прокуратуру города Москвы, природоохранную, а также в ДПОС. Пожалуйста.